потомкам. Пару слов для потомков. Ты не думай, вот просто не думай, не смотри на камеру. Ты просто говори то, что ты будешь говорить, и все. Так и что мне говорить? Не смотри в камеру, мне в глаза смотри. Катился, катился и докатился, блядь. Заебали, блядь. Что вы доебались ко мне, два, блядь, баклажана, блядь? Кто это два? Это Женя и Антон. Сидят оба, снимают. Сними Антона. Сними Антона. Во! Он прикрывается камерой. Снимайте друг друга. Он камерой прикрывается. Ну расскажи, вот, допустим... Расскажи про волосок в горле. Блядь. Придурки, блядь. Нет, во сколько первый раз был секс у тебя? С мужчиной. У тебя камера, конечно, много лучше. Секс с мужчиной во сколько был первый раз? Сейчас скажу. Если бы он был, было бы, наверное, хреново, блядь. Его просто не было, блядь. Это как, во-первых. Как тебе он русалка-то что выходит? Ой, какая же. Слышишь? Ау. Дебилы, сука, вы два дебила, блядь. Жарим шашлычок, ребята. Покажи, как троещина купается. Не, попозже. Попозже полезу. Да не хочу я, блядь. Не... Ну хотя бы как вообще, как, блядь, купаются. Давай попозже. Ашик, короче, раздевается у да, нас. Да, блядь. И идет себе потихонечку купаться. Вот. Оп. Подожди, вначале я рыбу. Вот, Игорек, вы купаться идете? Я думаю. А? Грядку. Грядку?